гимназии ведете ли вы мониторинг ситуации? Да, безусловно, мы очень серьезно в ежедневном режиме контролируем ситуацию. Можно сказать, что она на сегодняшний день спокойная, никаких обращений больше по поводу недомоганий от учащихся этой школы не поступало. Те, которые находятся сегодня на излечении в нашей детской инфекционной больнице, областной больнице, они в нормальном состоянии. Я в самом начале посещал ребят и убедился в этом. Поэтому сегодня окончательно уполномоченные органы Роспотребнадзора должны завершить работу над анализом ситуации и причинах ее возникновения. И соответствующие меры, в том числе и возможном привлечении к ответственности, они будут приняты. Ну а с точки зрения обеспечения нормальной работы, я думаю, что уже сегодня будет принято решение о функционировании столовой в гимназии. И мы продолжим мониторинг за ситуацией, которая на сегодняшний день никаких опасений не вызывает. Спасибо.